Подарок ко дню рождения города. В конкурсе муромского телевидения «Город былинный Муром любимый» появился новый участник. Родному городу признался в любви автор и исполнитель собственных песен Андрей Мельгунов. Его признание слушала наша съемочная группа. Мой городишко насмех куром, но не найти наверняка. Роднее города, чем Муром, роднее речки, чем Ока. Первая песня Андрея Мельгунова про Муром написана 30 лет назад. За это время город вырос, расцвел и стал туристически привлекательным. Спустя годы песня отредактирована автором. Стал городок не насмех куром. Сегодня в архивах записей барда песен о родном городе не счесть, а одна из них стала всем известным гимном. Муром, богатырь былинный, Муром, за тебя молюсь. У автора и исполнителя собственных песен с Муромом связана вся жизнь, а это 57 лет. Я даже вот из города надолго никуда и не уезжал. По молодости все там рвались куда-то, в Москву там что-то. Ну, конечно, творческий человек, что-то хочется где-то показать, проявить себя. Вот я говорю, я приезжал в Москву, и мне уже с вокзала домой хотелось. Вот серьезно, я что-то чужое все, суета какая-то лишняя везде. Андрей Владимирович сам пишет стихи и музыку, при этом не имеет профессионального образования. Одним словом, талант. Сегодня он на заслуженном отдыхе и не упускает возможности еще раз посвятить свое творчество родному и любимому городу. Вот говорить-то у меня не особо хорошо получается, а вот именно в песнях-то мне легче. Я посидел там день-два, месяц, может быть. Но я уже выразил то, что у меня на душе там наболело, накипело или там хочется порадоваться. На конкурс муромского телевидения Андрей Мельгунов представил свою новую песню о городе. Вы услышите ее в числе первых. Полную версию подарка можно будет увидеть в эфире муромского телевидения накануне дня рождения города, 5 августа. Синего небесной сферы благодатью обняла, родники любви и веры. Муромские купола на Руси уголков немало, где от блага душа поет, ощущая начал начала, все мирское уже не в счет. Вот и здесь, в городке старинном, в стороне от пустых хлопот, не покрытая паутиной, тихая доброта живет. Ждем и ваших признаний в любви на адрес электронной почты muromtv@mail.ru и по телефону 9-98-55. Конкурс проводится при главной финансовой поддержке фитнес-центра «Физрук», а также при финансовой поддержке отдела бытовой техники и посуды «Рондл» в магазине «Владимир». Регина Ломакина, Николай Молодёнов, Новости Муром.